Порой, просыпаясь в кромешной тьме посреди ночи, я вспоминаю те ужасные события, о которых сегодня наконец и решился вам поведать. Тот груз, что я уже несколько лет несу на своих плечах, с каждым годом становится тяжелее и тяжелее. Новые умозаключения безустанно одолевают меня, а собственная совесть, кажется, сгрызла все, что только возможно». Представьте себе, какой отпечаток наложили на меня эти события, если даже спустя столько времени я помню все практически досконально, от начала и до самого конца. В любом случае, что бы со мной не произошло в будущем, я хочу, чтобы это происходило с человеком, очищенным и покаявшимся, с человеком, способным признать свою слабость и не желающим более волочить за собой вечное самобичевание». Считайте этот рассказ моей исповедью и предостережением. В тот год, когда все случилось, мне пришлось ненадолго переехать в квартиру к больной, парализованной с самой молодости бабушке, и ухаживать за ней, пока моя мама будет в командировке. Стояла середина лета, сессия и ненавистная ежегодная практика были позади. Настала пора свободы. Но вся эта свобода обрывалась здесь, в затхлой, пронизанной духом старины однокомнатной квартире, где единственным развлечением было старое советское радио с нарисованным на нем тремя девушками в кокошниках. Давящая атмосфера безнадеги не отступала ни на минуту. Куда ни посмотри, в этой обители умирающего человека всюду видишь что-то грустное и невзрачное. Но спустя пару недель я все-таки нашел себе интересное развлечение. Светлая лоджия, заваленная ненужным хламом, манила меня, измотанного душной тусклой квартирой, как полярная звезда в темном зимнем небе. Поначалу я противился, слушал поднадоевшее радио на кухне и недоверчиво косился на светлое пятно лоджии, но когда по единственной волне радио вместо музыки началась программа о здоровье и о традиционных методах его сохранения, иного выбора, кроме как исследовать манящее помещение, у меня не оказалось. Лоджия оказалась завалена мешками со старой одеждой и детскими вещами, старыми пластмассовыми дипломатами, в которых ныне покойный дедушка хранил инструменты, а также пакетами с пожелтевшими книгами и газетами, но мое внимание привлек не весь этот хлам, а один единственный чемодан, рыжий с черной кожаной ручкой, с блестящими металлическими уголками, настоящий винтаж. И стоял он тоже очень удобно, прямо на кипе старых газет рядом с дверью. Протерев столь интересный раритет от пыли, я уселся с ним на диван, что стоял напротив кровати с парализованной бабушкой. Откинул крышку и с любопытством принялся исследовать внутренности чемодана, в надежде найти там что-нибудь ужасно ценное. Однако меня ждало разочарование, он был полон старых бумаг, вроде свидетельства о рождении, ксерокопий паспортов, дипломов и прочей никому теперь не нужной документации. Но одна вещь все-таки заинтересовала меня. Это была небольшая фотография размером с пол ладони. На ней был изображен маленький ребенок, сидящий на миниатюрном трехколесном велосипеде посреди просторной комнаты. По всей видимости, деревенского дома. Ковер на стене покосившаяся деревянная дверь за спиной малыша, старомодные половики. Все говорило о деревенском стиле. На обороте фото карандашом было выведено «Наш мальчик в лесном». «Лесное», — повторил я, призадумавшись. Бабушка, услышав меня, дернула головой. «Ты чего, бабуль?» — проговорил я, подбежав к ней. «В туалет или водичке?» Бабушка поводила зрачками вправо-влево. По нашей давней договоренности это означало «нет». «Или я тебя напугал своим голосом?» – улыбнулся я, погладив ее по жиденьким седым волосам. «Гляди, что нашел. Это я на фотографии, да? Только вот что-то я не помню в деревню. Это, наверное, совсем давно было». Увидев фото, бабушка раскрыла глаза так широко, что я даже слегка отпрянул от нее. Признаться, меня всегда пугали старухи. Я даже шутил с друзьями на эту тему. Говорил, что не так страшно встретить на улице классического маньяка с ножом, как одинокую бабку, которая двигается медленно и сгорбившись, но завидев тебя, вдруг выпрямляется, смеется и начинает быстро приближаться, вылупив огромные светящиеся глаза. Но не мог же я до безумия испугаться собственной бабушки, что-то в ее взгляде было не так. Будто через глаза, единственное непарализованное место, она пыталась донести до меня какое-то предостережение. Я сидел не в испуге, но в замешательстве, разглядывал фотографию, посматривал на бабушку, которая так и лежала, широко раскрыв глаза. И вот, наконец, я увидел то, что могло напугать мою родную старушку». Бледное лицо, еле различимое в темноте за дверью, напротив которой сидел малыш на велосипеде. В ту минуту мне стало не по себе, я даже подсел поближе к бабушке, как маленький, веря в то, что родной человек спасет меня от неведомого монстра, уже вылетевшего в эту квартиру за тем прокаженным, что осмелился взглянуть на проклятую фотографию. Но никто не прилетел, Тревога отступила, и ей на смену пришла странная тоска. Так бывает, когда смотря на играющих во дворе дома детей, вдруг вспоминаешь свое беззаботное детство когда и воздух был чище, и лето теплее, и будущее казалось бесконечным множеством ведущих в разные стороны дорог, в конце каждой из которых, безусловно, было счастье, горы мороженого, велосипедов, самых дорогих наборов лего и всего остального, о чем еще можно было мечтать. А потом стрелой, выпущенной из лука злого волшебника разума, голову болезненно поражало осознание упущенного времени. А следующей стрелой была та самая тоска, липкая и беспощадная. Всю ночь я барахтался на диване, долго не мог уснуть, судорожно вспоминал раннее детство, пытался отыскать в суматошном потоке кадров прошлого хоть мизерные воспоминания о деревне. И вот, наконец, нужный кадр был найден – это было смутно, покрытой пеленой времени видения, как я, еще совсем маленький, смотрю на молодую улыбающуюся мне маму, что сидит на лавочке рядом с одноэтажным деревянным домиком. Мозг работал как конвейер, подбрасывая мне одни за другим расплывчатые образы прошлого, в которых я все больше и больше узнавал предметы, увиденные на фотографиях. Вот и воспоминания о том, как я сажусь на тот самый трехколесный велосипед. А вот я уже вожу пальцем по причудливому узору ковра перед сном. Было, было, думал я, улыбаясь. Была деревня. Наутро, снова рассмотрев фотографию, я решил, что мрачное лицо в темноте за дверью есть не что иное, как брак дешевой пленки. Да и зудящая в каждой клеточке тела тоска заглушала все остальные чувства, и моя тревога вскоре совсем испарилась. Первым делом я залез в интернет с запросом о некоем в селе Лесное. Однако в нашей области таких не было, как и в соседних. Но я не отчаялся. Залез во вчерашний чемодан и достал оттуда старую карту автомобильных дорог, на которую вчера не обратил должного внимания, но чудесным образом вспомнил о ней сейчас. Между двумя знакомыми мне селами обнаружилось вожделенное лесное. Во мне заиграл азарт, внутри все закипело. Жажда правды и приключений побудила меня немедленно собрать рюкзак и приготовиться к небольшому путешествию. На дворе было раннее утро вторника, но я уже успел покормить бабушку, одеться и позвонить Аленке, черноволосой скуластой девчонке, одной из моих близких подруг, она единственная из всей нашей немногочисленной компании оказалась свободна в такую рань буднего дня. «Давай, может быть, до выходных подождем?» – предложила она мне, потирая сонные глаза. «С ребятами на машине долетим». «Не могу!» – перебил я ее. «Гложет что-то, понимаешь? Полночи не спал. Мне эта деревня, как недостающий пазл. Пока не найдешь, покоя не будет». «Ладно», а далеко ехать?» Улыбнувшись, кивнула она на мой рюкзак. «А то я налегке, только сумочку взяла, вдруг проголодаюсь там». «Полчаса, не больше», – приободрился я. «Но нам надо будет между двумя селами выйти». Аленка вопросительно нахмурилась. Тогда я, опьяненный неутихающим азартом, рассказал ей и про карту дорог, и про воспоминания, и про фотографию, естественно, утаив нюанс о лице в темноте. Рассмеявшись, моей милой, по-детски разыгравшейся жажде приключений, она согласилась, и мы пошли на остановку, куда через некоторое время должен был подъехать рейсовый автобус прямиком с автовокзала. Я не слукавил, мы действительно добрались до нужного места за полчаса. Водитель, как, впрочем, и некоторые пассажиры, посмотрели на нас с подозрением – когда мы сначала попросили остановиться посреди трассы, а затем спрыгнули с автобуса в кювет, чуть не переломав ноги, дверь с шипением закрылась. Аленка посмотрела по сторонам, осмотрела ноги на предмет клещей, снова нахмурилась и спросила меня, куда идти дальше. Я не растерялся, вытащил свою карту и сделал умное лицо знатока, хотя сам совершенно не разбирался ни как высчитывать масштаб, ни как ориентироваться на местности. Единственной зацепкой было то, что загадочное лесное находилось справа от дороги, поэтому я гордо скомандовал идти вглубь придорожного поля, про себя надеясь, что не ошибся с направлением. Лучше бы я ошибся, лучше бы мы, черт побери, заблудились в полях и к концу дня вышли бы в одно из знакомых сел, чем набрели на спрятанные в большом полузгнившем лесу остатки некогда небольшой уютной деревни. Все вокруг развалилось. Некоторые дома были наполовину сожжены, другие поросли мхом, а третьи вообще почти ушли под землю и стали походить скорее на заброшенные неуклюжие землянки, чем на бывшие добротные дома. Во главе этого дряхлого войска уничтоженных построек стояла странного вида часовня в два этажа с буром, выгоревшим на солнце деревянным куполом, на котором блестел в лучах солнца обломок христианского креста. Она тоже поросла мхом и плющом, став скорее запущенным памятником самой себе. Нетронутых этими вездесущими зелеными касаниями природы мест было настолько мало, что мы не сразу разглядели, что часовня выложена белым камнем, само собой, уже потерявшим былую белизну, Тогда, обрадованный удачными поисками и до головокружения воодушевленной скорой встречей с родным домом, я не обратил должного внимания ни на то, что в большом лесу не было слышно ни одной птицы, ни на то, что частые порывы ветра, нагоняющие нас в поле, совсем исчезли. Меня даже не смутила идеальная тишина, в которой было слышно, как проминается под весом моего ботинка каждая травинка на заросшей земле. Аленка же, как мне кажется, все это подмечала, отчего и переживала, тревожно окликая меня каждый раз, когда я бездумно бросался от одного дома к другому. Мое сердце вновь обуяло тоска. Я с горящими глазами метался от одного дома к другому в поисках своего, такого заметного и родного. Аленка же покорно носилась за мной. Мои глаза никак не могли зацепиться за что-нибудь знакомое, за какой-нибудь ориентир, уже всплывавший в воспоминаниях. Но вдруг какая-то неведомая сила будто указала мне невидимым, а лишь только ощущаемым перстом на один из ушедших в землю наполовину домиков. И тут же я бросился к нему. «Давай-ка через окно», — с улыбкой сказал я, подсвечивая фонариком зияющую черную дыру у самой земли. «Давай сам», — отмахнулась Аленка, покосившись на окно. «Я лучше тут». Я пожал плечами, присел на корточки и смело скользнул в дыру. Стоило мне оказаться в просторной комнате, как в голову вновь ударили воспоминания. Рассматривая в свете фонаря знакомый ковер на стене, измазанные грязью половики и покосившуюся дверь, я постепенно восстанавливал картину событий, но в одно мгновение все вдруг померкло. Мне показалось, что я ощущаю не прилив ностальгии от встречи с домом, а дежавю. Каждый предмет, попадающий в свет фонаря, казался знакомым, и эти виды отзывались дрожью в моей груди. Но тут же все чувства сходили на нет, прогоняемые одной простой мыслью. «Этого не могло быть». В окно проскользнула Аленка. Я не был этому удивлен и даже ничуть не испугался, ибо знал, что стоять на заброшенной деревенской улице одной куда страшнее, чем в темном доме, но вдвоем. «Вот тут», — говорил я ей, подсвечивая место у двери. «Прямо здесь я сидел на велосипе. Я не договорил». Тревожное сомнение внезапно набросилось на меня. Мысли завертелись неподвластным человеку ураганом, и я зажмурился. Чем больше стояли мы в этом доме, тем более абсурдными казались мне мои же воспоминания. Все вокруг, из родного, превращалось в пугающее чужое. Старые кадры прошлого вылетали из головы, и теперь ее занимала одна только мысль. «Беги отсюда! Этого не могло быть!» «Господи!» – прошептала Аленка, до боли вцепившись мне в руку там лицо?» Она тащила меня к окну, указывая рукой на покосившуюся дверь. «Пойдем отсюда!» Будто протрезвев, выпалил я, сглотнув слюну, и тоже уставился на темноту за дверью. Когда мы, стараясь не шуметь, добрались до окна и уже хотели вылезти, с улицы донесся тихий хрип, будто какая-то удушающая болезнь поразила легкие человека лишив его возможности свободно дышать. Следом послышалась человеческая речь. «Тихо, тихо, рано еще, пошли!» Басил кто-то, заглушая страшный хрип. Мы с Аленкой переглянулись. Я еще раз осветил комнату фонарем в поисках другого выхода, но единственной дверью была та самая, покосившаяся. Перед глазами всплыла фотография, Мозг сам навел фокус на выглядывающее из темноты бледное лицо. По моей спине пробежал холодок. Ноги будто онемели и расплавились, намертво прилепив меня к скрипучему деревянному полу. Снова хрип, на этот раз ближе. Мы ждали спасительного голоса, что отозвал неведомое хрипящее существо. Но того все не было, и страшные звуки неустанно приближались. Наконец, я подобно мощному компьютеру перезагрузился. Телу вернулась была и сила, а осознание того, что все вокруг не мое родное и никогда им не было, позволило заново пробудиться трезвому разуму. Я схватил Аленку за руку и повел ее в темноту. «Никакого лица нет», — думал я, распахивая скрипучую покосившуюся дверь. «Этого не могло быть». Сильный удар, прилетевший мне в затылок, сбил меня с ног и заставил скрутиться на полу. Небольшая веранда, в которую вела зловещая дверь, в миг осветилась несколькими огнями толстых восковых свечей. Напротив нас стояла высокая, невероятно мерзкая женщина, совершенно ногая и с черно-желтой гниющей дырой в щеке. Согнувшись надо мной, она разразилась звонким противным смехом. «Попались! Попались! Каждый раз попадаются!» Приговаривала она, пиная меня грязной ногой. Крепкие руки схватили мое скрученное тело. С пола меня поднял уродливый лысый мужик с залитыми гноем глазами. Другой, такой же крупный лысый, поднял Аленку, Мерзкая женщина с в щеке ко мне приблизилась и захохотала прямо в лицо. От ужаса я поплыл и вскоре потерял сознание. В чувство меня привел все тот же смех, но на этот раз она смеялась в лицо Аленки, лежащей на своеобразном каменном алтаре. Он же стоял посреди небольшой круглой комнаты, стянущейся вдоль поросших мухом сырых стен лестницы на второй этаж. Я сразу понял, что мы находимся в часовне. Пошевелиться я по-прежнему не мог. Сильные руки лысого упыря с гниющими глазами крепко меня держали. Второй лысый громила на пару с широкоплечим безногим карликом держали визжащую Аленку на алтаре. Мерзкая смеющаяся женщина приказала поднять тело моей подруги, Громила и карлик, что нелепо сжимал одной рукой Аленкины щиколотки, а второй держался за край алтаря, чтобы не свалиться, подняли беззащитную девушку, что уже охрипло от крика. Тогда-то я и услышал другой хрип, более громкий и страшный. Он заглушил Аленкины стоны и разом прекратил смех у парихи с дырой в щеке. Этот хрип пробирал до глубины души, водил острыми когтями по самым костям. От него хотелось выть, но не получалось и раскрыть рта. Когда поражающие до глубины души звуки утихли, Упыриха, слегка усмехнувшись, выставила на алтарь пять маленьких баночек и подняла над ними свою руку. Тонкими длинными иглами, примотанными к обрубкам пяти пальцев, она проколола Аленке спину. И из пяти ран, аккуратными струйками, прямо в баночке полилась алая кровь. Когда все сосуды были наполнены, женщина вновь залилась смехом. Она вылила кровь в большую, замызганную бурыми пятнами трехлитровую банку, приказала опустить тело девушки и с размаху впилась в ее губы своей жуткой дырой на щеке. Затем она что-то сплюнула в банку с кровью, слегка помешала содержимое и, приободрившись, воскликнула. «Хватает! Хватает!» Крепкие руки отпустили меня, и я рухнул на сырые камни. Женщина, два громилы и карлик поспешили вверх по лестнице, оставив нас с Аленкой вдвоем. Не теряя времени, я подхватил ее, бесчувственную, как тряпичную куклу, на руки и двинулся к выходу. Страшный хрип вновь прошиб меня насквозь. Я уронил Аленку, упал прямо у двери и затрясся в жутком припадке. Хрип перерос в вопль, он был намного страшнее. Но, видимо, не имел такой мощной силы, чтобы и дальше держать меня в часовне. Я поднялся, вновь взял Аленку на руки, выскочил из часовни и понесся прочь, слыша за своей спиной ужасный смех парихи и нарастающий вопль. Уже спустились сумерки, когда мы добрались до дороги и рухнули в кювет. Спустя несколько минут, проведенных в тревожном ожидании и погоне, вдалеке послышался гул машины. Я до сих пор безмерно благодарен тем дачникам, что заметили нас у дороги и согласились подвести до ближайшей больницы. В приемном отделении мне пришлось много врать о том, как мы, простые студенты, ищущие приключений, сошли с автобуса и по своей глупости рухнули в кювет, где потеряли сознание. Благо отличным подтверждением моих слов стали обнаруженные на наших телах стадины и кровоподтеки. А еще я очень боялся вопросов касательно следов от игл у Аленки на спине. Но у меня никто ничего не спросил. А Аленка так и осталась парализованной. Лишь глаза и веки стали ее верными помощниками в коммуникации с другими людьми. Я ухаживал за ней в больнице и, конечно же, не мог не проверить ее спину. Однако дыр, проделанных упырихой, я так и не нашел. Видимо, врачи тоже их не обнаружили. С тех пор Аленка находилась дома, недвижимо проживая день за днем в одной и той же позе. Друзья вскоре отвернулись от нее и перестали даже упоминать в разговорах. Я навещал ее дольше всех, но каждый раз стоило мне приблизиться к ней. Она раскрывала глаза и с ужасом на меня глядела. Впоследствии я тоже перестал ее навещать. С тех пор прошло больше десяти лет. Давно уж не стала бабушке, она ушла тихо во сне. Не стала ей Аленке. После обеда она захлебнулась своей рвотой. И вот на поминках моей подруги, на которой из всей нашей бывшей дружеской компании пришел только я, кто-то из Аленкиных родственников поднял тему мистического и необъяснимого. Каждый рассказывал что-то свое, кто-то нес откровенный бред про вампиров, кто-то травил байки из детства, а кто-то, вроде меня, вообще отмалчивался, пожимая плечами. Но тут слово взяла моя мама, что была хорошей подругой Аленкиных родителей, поэтому тоже присутствовала на поминках. «Я в институте тогда училась», — рассказывала она. «Мама уже парализованная лежала, поэтому мы с папой как-то вдвоем все время. Вот, стали разбирать шкаф с вещами, и я там нашла маленькую фотографию, старенькую». Чем больше она говорила, тем больше холодели мои руки. Холодные длани ужаса били мне пощечины, и по щекам бежали мурашки. А на фотографии девочка стоит с куклой в каком-то деревенском доме, продолжала мама. Еще помню, я там даже испугалась чего-то. То ли глаза какие-то странные выглядывали, не помню уже. Ну я разворачиваю, посмотреть, может подписано. А там надпись, э, как же ее. Наша девочка в лесном вроде бы. Село что ли какое-то? спросила какая-то женщина, сидящая слева от мамы. Я тоже думала, что село, ответила она ей, покрутив головой. И даже вроде вспомнила что-то, как будто в детстве там правда с куклы стояла. Только как папе показала фотографию, он весь побледнел, порвал ее и мне пригрозил, чтобы не ездила никуда. Я у него спрашиваю: мол, что это за село-то такое лесное? А он как-то на маму косится и мне шепчет. «Я всю жизнь, — говорит, — по области мотаюсь. Нет у нас никакого села Лесное, Леночка. Лесное — это кладбище. Я потом еще узнавала, там самоубийц хранили, сатанистов всяких, ну, чтоб подальше от деревни». Стол молчал. Кто-то недоверчиво осматривал маму, кто-то удивленно качал головой. И лишь один я сидел неподвижно считая секунды до ухода. Считайте этот рассказ моей исповедью и предостережением. По сей день я борюсь с невероятным искушением отправиться в лесное, проверить, действительно ли в том лесу меня ждет кладбище, или я снова увижу полуразрушенные домики и странного вида каменную часовню. И раз уж я еще жив, то заклинаю вас, не смотрите старые фотографии, не доверяйте странной тоске, не рискуйте своей жизнью и рассудком. Кто знает, сколько еще таких лесных разбросано по нашей необъятной, и сколько неведомых обладателей страшного хрипа еще нуждаются в оживлении.